Школьное питание под контролем родителей. Новый проект стартовал в регионе 1 февраля. Попробовать и дать оценку завтракам и обедам ученикам теперь просто. Родители смогут прийти, посмотреть, как организован процесс питания, как происходит само питание, как это проводят дети, качество и размер порций, как это оформлено. Микрорайон «Новый Клин» будет развиваться с новым застройщиком, а по улице Радищева пустят автобусы. Перспективы развития территории глава округа обсудил с жителями самодеятельной. Возле детского садика освободится пространство, которое я лично не вижу для застройки. Я всегда говорю, это пусть будет это благоустроено. Под зеленку какую-то, деревья дополнительные, парковки пускай будут. Не надо достраивать уже там, где это лишнее. Прыжки, жимы, наклоны. Нормы ГТО сегодня сдавали участники программы «Активное долголетие». В молодости там были, во-первых, другие нормативы и много других видов. Вот. Но это было здорово. Мы с удовольствием участвовали во всех этих соревнованиях. Счастье в детях и когда в семье лад. Поздравления с 90-летием принимает ветеран труда Хасан Яникеев. Каждый сделает по-своему. Очарование монохрома. В выставочном зале имени Карапаева развернулась экспозиция одноцветных фотографий.